Мы находимся около католического собора на Малогрузинской. Это Римско-католический собор непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Это действующая церковь, но знаменита она своим необыкновенным органом, ухом, которому исполняется скоро 60 лет. Это мой любимый орган, и скоро вы услышите его совершенно необыкновенное звучание. Сегодня вы услышите моего любимого музыканта. В кафедральном соборе сегодня будет проходить концерт Вероники Кужухаровой саксофон и Хироко Иноуэ орган Японии. И вы сегодня сможете оценить необыкновенный дуэт саксофона и органа. Я стараюсь бывать на всех концертах Вероники, проходящей в Москве. А перед вами знаменитый орган, про который я говорила. Thank you.
Когда я впервые услышала дуэт органа и саксофона, для меня это было сильным потрясением. А если сюда добавить и чудесную музыку, и совершенно прекрасную игру исполнителя, то свершится настоящее чудо. Надеюсь, вам концерт понравился, и вы по достоинству оценили и сказочно красивую музыку, и высочайший уровень ее исполнения. До свидания, дорогие друзья! До встречи на канале Марии Великотной.